Так, доброго здоровья всем. У нас сегодня в гостях Марина. Привет-привет всем. Зашли вы к нам в гости, да, в меховой салон. Вот у нас такой покупатель сегодня, гуляющий в воскресенье. Расскажите, как вот наш выбор вам, вот, посещение, какие-то эмоции, что-то осталось у вас? Очень приятный на ощупь. Шубки, да? Да, да, да. Или продавец? Нет, шубки очень приятные на ощупь. Прям тактильно очень. Ну, вообще, как бы, вот понравился вот выбор наш, может быть, какие-то есть пожелания или как-то вот, чтобы людям... Не знаю, нет, пожеланий нет, вроде все есть. Мне интереснее было головной убор. Головных уборов было маловато. А так все остальное, шубок прям... Большой выбор. Большой выбор, да? Ну, да. Заходить к нам будете, да, теперь? Да. Ну, хотя бы раз в год-то будете. Под сезон. Да, конечно. Ну, вот такие интересные покупатели у нас. Да, наверное, и в конце сезона у вас может быть интересно. Может быть, может быть. Бывает в конце сезона интереснее, чем в начале. Да. Молодцы. Молодцы, что хорошее настроение немножко подняли. Вот, так что такое воскресное утро у нас в магазине. Спасибо.